Привет, зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас очередное упражнение. Очередные столь популярные и любимые всем стискивания, которые тренируют верхние и нижние области пресса. Но выполнять мы его будем не в традиционной манере, как все выполняют. То есть полностью не отрывая таз, отрывая только плечи, мы делаем стискивание. Это как бы классический вариант. А мы сейчас будем выполнять вот такой вариант. То есть мы будем стискивать не вверх пресса, а низ. То есть будем делать вот такие вот движения. Это тоже напрягает пресс, но оно служит своего рода таким внесением в вашу тренировку разнообразия. И давайте выполним один полный подход на 15 повторений, а дальше вы уже будете выполнять это упражнение в своем комплексе самостоятельно, выполняя 3-4 таких подхода по 10-15 повторений в комплексе с другими упражнениями или, возможно, выполняя его самостоятельно. Сегодня нам понадобится стул или табуретка, или, может быть, это будет кровать или софа, или какой-то пуфик. Ну, в общем, возвышенность, наше желание потренироваться и небольшое количество времени для этого. Исходное положение: руки за голову, пятками опираемся о возвышенность и поднимаем наш таз. Как бы вперед его подавая. Достаточно простое упражнение, но поверьте мне, если выполнять его в комплексе с какими-то другими упражнениями, в 3-4 подходах, оно обязательно даст свой результат. Ну а на этом это все. Мы с вами увидимся в новых выпусках. А я вам желаю любите, балдейте и верьте в завтрашний день. Всем пока!